Шарик, готов лопнуть? Говори. Вы о том, сходит ли Мурат с ума? Да. Он уже вне себя. Он буквально закипает, похож на ходячий вулкан. Ну, а я изгибаюсь. Туда-сюда, словно ива. Но не поддаюсь. Умница, цветочек ты мой. Если хочешь, чтобы пошел дождь, не следует бояться молний. Не забывай, кузнечику нужно размять лапки, чтобы он запрыгал. Как говорится, слабое место каждого вертолета – это его лопасти. Компрендо? Тувал Ханым, не понимаю, о чем вы. В моей голове и так все стучит, словно поезд. Кстати, Мурат пригласил меня на обед. А я хладнокровно сказала нет. Молодец, дай пять! Но внутри я кричу. Что если я не права? И этот мой гнев только все испортит. Что я творю, скажите? Ни шагу назад. Это все случилось из-за подобных проявлений слабости. Нет уж. Стой на своем. Он должен понять, что потеряет тебя, если будет себя так вести. Ладно. Подумай, что он с тобой сделал. Вспомни боль, которую ты испытала. Почувствую слезы, текущие по щекам. Не забывай, помни об этом. Сорвалась с крючка, значит, будешь жить дальше. Умей ценить свои промахи, дорогая. Дорогая, я бы хотела быть рыбой, которая не срывалась с крючка. Еще успеешь. Иди. Я сказала ему, что сначала должна убедиться, что этот человек не играет со мной. Молодчина! Я тоже так взволнована. Потом сказала, что сообщу, готова ли дать ему шанс или нет. Ты сказала, что готова дать шанс кому? То есть кому? Значит, у тебя на самом деле никого нет? Нет, никого. Я о том и говорю. У тебя никого нет. Да. Ослы права. Угроза только на словах не будет убедительной. Разговоры по телефону, сообщения. Нужен кто-то реальный. Сильный, крепкий. Чтобы обнимал. Чтобы вы гуляли вместе. Чьи жгучие глаза заставят Мурата ревновать. Вот это будет удар. Но... как найти того, кто изобразит моего ухажера? На меня не смотри. Я настоящего-то найти не могу. Керем удалил мой список ухажеров. Мне нужен кто-то другой. Красавчик, который не воспользуется ситуацией, не будет претендовать на меня, войдет в мое положение, образованный, порядочный. Девочки! Кажется, я знаю того, кто в точности подходит под это описание. Вижу, тебе лучше. Да, мне лучше. Здесь как в хорошем реабилитационном центре. Мне лучше с каждым днем. Я благодарна твоим родным. Обо мне заботятся, как о принцессе. Они молодцы. А как же твои? Говорила с ними утром. Сегодня вечером летят в Италию. Они подавлены, поэтому хотят развеяться в путешествии. Когда обследование? Через 10 дней. Нужно что-нибудь? Нет. Спасибо, что поддерживаешь меня, Мурат. Пожалуйста. А теперь извини, я пойду к родителям. Конечно, иди.
Вот и вся история. Я тебе все рассказала. Шш. Очнись. Алло, Ибо. Завис. Услышав историю Хаят, он просто не справился с эмоциями. Не выдержал такое. Она оказалась слишком тяжелой для него. Мне жаль. Ситуация сложная. Но одна ложь порождает другую. Тем более ложь о любви. Это рвет душу. Ибо, мы не можем повернуть время вспять и все изменить. Так ты поможешь нашей подруге? Дорог, я постоянно иду к тебе со своими бедами. Скажи, если утомил, наскучил или достал тебя. Брат, нет проблем. Только скажи, это я привык к закидонам и пек. Но ты запросто можешь сказать: Керем, отстань от меня, только скажи. Даже не собираюсь, но... Почему она так со мной? Я сказал, тебе придется обнимать мой гроб. А она плечами повела. Ей нравится, когда я умоляю. Как мне поступить? Сделать харакири? Убить себя? Мама расстроится. Она смотрит на меня, словно я печенью мертвеца пообедал. Не поймите неправильно, но, по-моему, это какой-то детский сад. Хотеть справедливости – детский сад? Справедливости так не добиться. И мы не знаем, каково этому парню. Что он чувствует? Знаешь, ты совершенно прав. Может, это действительно детский план. Но раньше это я бегала за Муратом. Только я старалась понять его. Может, я и соврала, но раньше была честной и открытой. Хочу знать, готов ли он бороться за меня. И тогда буду знать, что делать дальше. Ты единственный, кому я могу довериться. Ладно. Согласен. Ура! Спасибо. Минутку. Постой. Есть одна проблемка. Скажем, вы сыграете любовников. Даже если так. Как Мурат об этом узнает? Как он все это увидит? Чисто практический вопрос. Да? Послушай. Послушай, а ты нам для чего, красотка? Ich glaub an Lamar.